получили потери, и все так, как было, закончили. То бишь, раз все, кто от нас уволился, прежде всего, это были лица, которые достигли трудовых возрастов и имеют право на пенсию. Вот, все они были рассчитаны, получены и денежное удовольствие. Уехали, и все расходы по переезду, налоговое место жительства были полностью социальными. Вот эти удовлетворены. В нашем распоряжении сейчас остается около 10 сотрудников. Это те сотрудники, которые вот период сокращения застали, когда они были в отпусках. Естественно, сроки немножечко сдвинулись. Все меры для того, чтобы их трудоустроить, то же самое управление по личному составу приняты, и они то же самое будут трудоустроить.